Доброе утро, дорогие друзья! Вы смотрите «Завтрак в городе Чей». С вами я, Олеся Стародуб. Сегодня приготовим вкусное постное блюдо. Мы приготовим салат. Я очень люблю салаты на основе пекинской капусты, потому что капусту очень легко нарезать, с ней очень легко работать. Она намного нежнее, мягче, чем белокочанная капуста. В общем-то, у пекинской капусты очень много преимуществ. И сегодня я выбрала именно ее. Я сразу начинаю нарезать. Ну вот, пекинская капуста – это, скажем так, основа нашего сегодняшнего салата. Кстати, очень часто салаты на основе капусты вообще называют щеткой, да, там, или добавляют морковь, или свеклу добавляют. В общем, все те ингредиенты, которые очень благотворно влияют на работу пищеварительной системы. Сегодня вот капуста, виновница торжества, скажем так, она у нас выступает в качестве основы для салата. Теперь я хочу добавить небольшое количество морковки. Мне кажется, что в таких салатах очень здорово сочетать капусту и морковь, или капусту и свежий огурец. Также мне кажется, что очень здорово добавлять укроп в капустный салат. Я сегодня буду как раз-таки добавлять укропчик. И вот, исходя из того, что сейчас на дворе Великий пост, и нам запрещено употреблять продукты животного происхождения, а в том числе мы лишены в нашем рационе мяса, я решила добавить в салат немножечко белка. В качестве белка сегодня будет красная фасоль. Фасоль у меня сегодня консервированная, можно использовать просто отварную фасоль. Морковка, капусточка. Сейчас мы добавим еще укропчик. Так, немножко добавлю укропа, нарежем укропчик. Можно любую зелень, но мне почему-то нравится именно укроп в капустном салате. Вы можете добавлять любую зелень, мне нравится именно укроп. Отправляю в салатник. Хорошенько перемешиваем. В качестве заправки буду использовать подсолнечное масло. Можно использовать горчичное масло или кунжутное масло. Получится очень ароматно и очень полезно. Если вы любитель, например, льняного масла, у него достаточно специфический вкус, можете добавить и также добавить семечки льна. Сегодня же я буду добавлять орешки, которые содержат в себе много жиров. Это арахис. Он солененький, поэтому с солью очень аккуратно. И добавляю ту самую фасоль. И хорошенько все буду размешивать. Подсолнечное масло в качестве заправки. Об этом я уже говорила. Немножко черного перчика, соль, и затем перемешиваю наш очень сытный, насыщенный жирами, белками, клетчаткой. Заметьте, углеводов мы не добавляем, у нас все только для того, чтобы быть здоровыми, стройными и красивыми. Такой салат вам придаст очень много энергии и сил на весь рабочий день. Его можно взять с собой в контейнере и использовать в качестве обеда, например, на работе. Я возьму тарелку, выложу салат на тарелочку. И еще один очень маленький такой нюанс. Немножко сбрызну лимоном для такой приятной кислинки, которая всегда необходима для капустного салата и приятного лимонного аромата. Итак, наш полезный, вкусный и сытный салат готов. Я желаю вам приятного аппетита и хорошего дня!